Всех приветствую. Сегодня мы разберем вот такую вот пьесу. Всем она известна. Она из мультфильма «Погоди». Вот. Называется она «Водные лыжи», композитор Дек. Пьеса очень непроста. Для новичков точно она не подойдет. У кого средний уровень и выше, те, возможно, ее смогут выучить. Вот. Давайте сейчас начнем сразу, все по порядку буду рассказывать. Разбор, конечно же, будет из нескольких видео, потому что тут не разобрать все за одно видео. Вот, давайте начнем. Значит, темп быстрый, подвижный, размер 4 четверти, тональность у нас фа мажор. Форте стоит. Значит, первый такт, ровные четверти, октавы. Октава это, то есть, значит, что... Одна и та же нота, она не одна и та же, название ее одинаково, да, то есть, что внизу фа, вот вы видите, и вверху тоже фа, но это уже в другой октаве. Значит, первое у нас показываю на туле пятирядной, потому что на маленьком баяне мне не хватает октав. Поэтому за это извиняюсь, кому вот эти два ряда будут мешать, придется с этим как-то свыкнуться. Вот. Значит, фа второй октавы и фа третий. Первым и пятым. Раз. Дальше до второй, до третий. Два, четыре. Дальше ре-ре. Первым, пятым. И ля-ля. Вторым, четвертым. Раз. Два. Три. Четыре. Раз, два, три, четыре. Пальцы 1, 5, 2, 4. Чередуются. Вот. Влево у нас фа мажор. И бас чередуется фа и до. Мажор остается баса фа. Можно играть вот так вот. Три, третий, второй, три, четвертый. Можно третий, второй оставлять. Кому как удобно. Мне удобнее три, четвертый. Вот. Значит, влево у нас восьмые, правой четверти. Двумя руками будет выглядеть так. Раз, два, три, четыре. Я считаю четвертями, если восьмыми. Раз, и два, и три, и четыре, и... Вот. Значит, четверти эти нужно выдержать. То есть, я думаю, все-таки нон-легато, да, не стаккато. Можно, в принципе, но уже, по-моему, плохо слышно будет правую руку. Так лучше. Вот. Все это сначала медленно. Так, смотрим теперь второй такт. Второй такт, здесь ритм посложнее, здесь у нас синкопки появляются. Синкоп это смещение долей. Вот. То есть там, где должна быть сильная, будет слабая, к примеру, да? Значит, там такой. Сейчас я сначала сыграю. Медленно. Вот. Значит, октава до, вторым, четвертым. Потом соль, соль первый, соль второй. Первым, пятым. Ля-ля, вторым, четвертым. И здесь соль, вторым, четвертым опять. То есть, не первым, пятым, да, а вторым, четвертым. Чтоб на фа потом нам первый, пятый использовать. До третьим дальше. Можно, конечно, и первым пятым соль и фа сыграть. Но мне кажется, удобнее вторым четвертым. Вот, значит, ритм. Если считаем мы с восьмыми, то будет такой ритм. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и... До у вас будет раз, два,
соль 2, 2, ля будет и 3, и 3, соль, и, так, и, фа, 4, до, и. Еще раз, медленно. Медленно это нужно будет со счетом выучить. Если вы не хотите считать, прям вот раз и два, и то можете какую-то использовать, я не знаю, какой-нибудь звук, да, или можете просто ладошкой, вот, например, тук-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 тук, да? То есть смысл в чем? На до у вас должно быть два ударчика. Раз, там, тук-тук, соль один, ля опять два, а дальше по одному. Ну, си будет так. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и. Когда вот правое выучите, сможете, да? Добавьте левую, левая должна вам помочь. Левая у нас то же самое, фа мажор. Басом до потом меняется. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и. Вот. Для тех, кто не считал, будет очень сложно и непривычно. Потренируйтесь, попрактикуйтесь, не бросайте это дело. Медленно все. Потом будет привычно, и потом это вам поможет. Вы сможете потом любой ритм разобрать при помощи счета. Да? Смотрим вторую строчку. У нас третий такт. Здесь начинаются 16-е. Значит, такие ноты. Ре бемоль, второй октавы. Ми бемоль, фа, ля бемоль, ре бемоль, си бемоль. Бемоль не стоит рядом с си, потому что бемоль при ключе, да? Не забываем об этом. Ля бемоль тоже не стоит бемоля, но правило такое, да? Если знак уже был, он сохраняется на весь такт. А ля бемоль у нас уже был, значит ля бемоль остался. Фа. Еще раз. Ре бемоль, ми бемоль, фа. Ля бемоль, ре бемоль, си бемоль, ля бемоль, фа. Дальше то же самое. Пальцы 2, 3, 1, 2, 4, 3, 2, 1. Те, кто не играл первым, придется научиться. Потому что, честно говоря, без первого не знаю, как здесь. Не знаю, вообще нет варианта. Не знаю, если только дополнительные ряды использовать. Я их не использую. Если у вас есть, то можете сделать дополнительными рядами. Я их не использую. Значит, 2, 3, 1, 2, 4, 3, 2, 1. Дальше. До, второй такт сразу разберу, да? До, ре, ми, соль, до, ля, соль, ми, до, ре, ми, соль, до, ля, соль, ми. Здесь уже вообще знаков нет. Пальцы такие. 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Такие вот пальчики. Вот. Все вместе. Ре бемоль, ми бемоль, фа, ля бемоль, ре бемоль, си бемоль, ля бемоль, фа. До, ре, ми, соль, до, ля, соль, ми. Очень, с одной стороны, для тех, кто не играл первым, будет неудобно. Мне, в принципе, удобно. Сначала медленно это все, конечно, учить надо будет. И причем не один день, да? Так, но правая это одна проблема. А вот левая, левая куда интереснее. Вот вы до этого играли, во втором такте у вас был фа-мажор. А тут вот скачок вниз. Не делать его. На ре бемоль мажор. Ре бемоль мажор. Это у нас от фа. Раз, два, три. Через три кнопки. Это еще ничего. Там дальше еще веселее будет, друзья. Вот. И это все еще добавляет то, что неудобство будет в том, что это все внизу будет. Да, клавиатуры. Вот. И нажим играть очень иногда неудобно. Нажим. Вот. Поэтому лучше играть это все нажим. Вот. Ну, ритм здесь простой,
В левой у нас восьмые, в правой у нас шестнадцатые. То есть две нотки в правой на одну в левой, да? Раз, и, раз, и, два, и, три, и, четыре, и... А дальше здесь мы опять скачем с ре бемоля на до мажор. С басом соль. Я надеюсь, понятно, когда я говорю с басом соль, да? Сначала бас до, потом соль, я имею в виду. И уже вот когда вы играете до, ре, ми, соль, до, ля, соль, ми, до, у вас уже до мажор. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и, на до мажор. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и. Вот так. Значит, как учить эти скачки? Да? Сначала фа мажор, ре бемоль, потом до. Ну, до с ре бемоля на до попасть проще, до меченая, да? Для начала учим так. Для начала первый этап. Вот фа. И кнопка, пальчиками щупать эти три кнопки. И ре, да? Обратно. Фа. Медленно. Ре. И обязательно, обязательно вы должны слышать, как звучит ре бемоль. Потому что если вдруг вы попадаете не на ре бемоль, то ваши уши должны вам подсказать, куда вы попали, ниже или выше, да? Поэтому если вы будете поначалу ошибаться здесь, то это даже будет, ну, неким плюсом. Вы будете знать потом, если вы ошиблись, как исправить это. Вот. Например, оп, я чувствую, что ниже, да? А здесь я перелетел выше, и вот попал на ре, да? Но это только при помощи ушей. То есть вы должны знать, что ре бемоль звучит вот так вот. До мажор. Вот. Потом, когда вы увеличите скорость, потом, конечно, уже кнопки щупать не получится, да? Ну, по своему опыту скажу, что, честно говоря, пальцем в небо, да? То есть, ну, вот какой-то такой вот, ну, тренировки все равно. Ну, вы будете тренироваться, конечно, тренируйтесь, да? Но я не могу вам сказать, что вам нужно вот почувствовать здесь это расстояние. Точнее, вы это будете чувствовать только опытным путем, да? Каких-то упражнений насчет этого я не знаю, честно говоря. Да и, ну, смысла в них я не вижу, в этих упражнениях. Вот. Единственное, что это можно придумать, ну, любое упражнение берете там все. С ми на фа. Оп, промахнулся я. Опять промахнулся. Медленнее, да? Оп, стал попадать, добавляю, опять. И таким путем вы можете любое себе упражнение придумать, любой скачок, да? Взяли два баса и учите сначала медленно, а потом добавляете скорость. Вот. Но это еще, когда вы это выучите, все равно потом в контексте у вас будут ошибки. Это 100%. Поэтому это нужно будет потом играть, просто много-много играть, чтобы ваша рука привыкала и ваши уши тоже к этому привыкали. Так. Хорошо, дальше идем. Дальше у нас третья строчка, пятый такт. Идентично, что первый и второй такт. Поэтому разбирать не буду. Сейчас просто сыграю. Раз. Вот, то же самое все. Ну и дальше четвертая строка. Значит, здесь у нас тоже пассажики. Здесь интересный очень пассаж. Вот он. Его, возможно, придется еще дольше учить. Он в плане техническом, он попроще все-таки в плане техническом. Ничего не надо поворачивать, как здесь. Придется кистью, да? Здесь все просто. Вот. Но в плане логическом, запоминания нот, он сложнее, конечно. Он сложнее. Так. Значит, давайте начнем. Ми, второй октавы. Ми, ре. Фа диез, ми, соль диез, фа диез сохраняется, ля диез, соль диез сохраняется, до, си бемоль у нас приключений, ре, до, ми, ре, фа диез, ми. Вот такой вот пассаж. Вот, вообще, в принципе, здесь все идет ми, ре, большая секунда. Все по большим секундам идет у нас.
Значит, пальцы 2, 1, 3, 2, 4, 2, 3, 1, 3, 2, 4, 2, 3, 1, 3, 2. Это мои пальцы, я везде первый использую, я любитель первого пальца. Если не хотите первым, то можно играть так. 3, 2, 3, 2, 4, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 2, 3, 2, 3, 2. То есть, если у вас на третьем ряду нота, то вы ставите четвертый палец. В принципе, логика понятна, да? Вот. Значит, как этот пассаж учить? Во-первых, очень медленно, ну, это понятно, все надо учить сначала медленно, да? Предлагаю учить так. Значит, сначала по 4 нотки, да? Повторяйте несколько раз. Дальше опять 4 нотки. Дальше опять 4. Вот так вы учили, разделили на 4 группы, да, 16. Дальше учим. Так, значит, теперь учим стыки, да? То есть вот мы учим 4, 3, 4, 5, 6, да? Да, это фа диез, ми, соль диез, фа диез. Дальше ля диез, соль диез, до, си бемоль. Дальше ре, до, ми, ре. И фа диез, ми. Вот. Вот так поучили. Потом целиком пробуем. Я сыграл, естественно, у меня все уже это выучено. Поэтому не обольщайтесь. Придется пройдет этот путь. В общем, честно говоря, сказать вам, сколько я это все учил. Но занимался я мало. Ну и вообще, как бы видно, да, я сыграл сыровато. Вот еще у меня она не доделана. Вот, учил все это как бы понемногу, там, по 10 минут в день, там, ну, где-то месяц, наверное. Вот. Иногда не каждый день. Тут я болел, не учил. Вот. Не знаю, насколько потребуется времени. Вот. Если бы я, конечно, учил за, ну, как сказать вам, хорошо, да, плотно, ну, я бы за 2 недели его учил. Вот. Так, значит, левая рука. Ре септаккорд. То есть фа мажор был, да? Теперь ре септаккорд. С басом ля. Пальцы крепко ставьте, крепко ставьте. Легато, крепко. Видите, я немножко делаю замах, да? Вот. Ну и дальше смотрим. Значит, дальше смотрите. Стоит восьмерочка. Восьмерка — это значит, что вы должны то, что написано, играть на октаву выше. Это для того, чтобы облегчить жизнь музыкантам, да? Потому что если бы было написано как надо, то было бы куча дополнительных линеек. Читать это очень непросто, да? Поэтому делают как? Пишут на октаву ниже, ставят восьмерку. И эта восьмерка говорит о том, что давай, друг мой милый, сыграй на октаву выше. Вот. Надеюсь, это понятно. Значит, смотрим ноты здесь. Здесь ритм немножко другой, но он тоже простой. 2 16 и 8. Фа диез, соль диез, ля диез. Ми, фа диез сохраняется, соль диез сохраняется. Ре, ми, фа диез сохраняется, до, ре, ми. Пальцы у нас здесь такие. 2, 3, 4, 2, 3, 4. 1, 2, 3, если вы с первым. Или 2, 3, 4. И 2, 3, 4. Можно вообще голову не ломать. 2, 3, 4. Вот. Раз, и, 2, и, 3, и, 4, и. Влево остается у нас ре септаккорд. Раз, и, 2, и, 3, и, 4, и. Вот. Ну, здесь все попроще. И поудобнее. Ну, сыграйте 2 такта, сейчас медленно. Также можете поиграть разными штрихами, будет полезно. Можно поиграть разными ритмами. Например, пунктир, да? Пунктир будет так. Ну, дальше не надо, да? Вот этот именно такт 7. Или синкопа, да? То есть пунктир, что у нас первое, как будто она затянулась, а вторая быстренько переходит уже в третью.
Удобно, наоборот, первая у нас короткая, а вторая затянуть. Но это после того, как вы в одном темпе медленно, да, хотя бы выучите без ошибок, да. То есть это вот нужно для того, чтобы вот эти вот ритмы нужны для того, чтобы вашу активность пальцев поднять, да. То есть все равно надо активнее им шевелить, да. Резче дали. Вот. Плюс это вам разнообразие в вашем занятии, да, когда вам уже надоест. Ну и крепче выучите. Вот. Так, ну все. Уже 22 минуты, блин, набежало. Хватит. Значит, дальше я разберу в следующем уже видео. Значит, тем, кому нужны ноты, эти ноты будут платные. Ну, сразу говорю, все очень недорого. Все очень недорого. Не то, чтобы очень недорого, да? Когда я говорят, недорого, а потом оказывается... Нет, прям реально очень все недорого. Вот. Но хотя бы немножко мне... Это все, чтобы окупилось. Мои труды. Вот. А труд здесь все-таки приложен. Ну, не скажу, что большой, но все-таки пришлось тут, учитывая загруженность, месяц потихоньку все это делать. Так. Ну ладно, всем спасибо за внимание. Если есть вопросы. Так, значит, насчет нот, да, пишите мне. Я оставлю ссылку в описании своей страницы. Пишите. Всем спасибо, до свидания.